Всем привет, друзья! Сегодня мы на Мозаика Дик. Back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. I can feel the sweat inside. Way back before we blew it all. There were many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time can we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. Got everything. Is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Like, is this an argument or just a thought of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Единственное, что тут только один шаг показывается. Вот, типы челноков, челноки вот используются, да, в ткацких станках. Ну и давайте посмотрим еще анимацию. В первой половине 18 века началась первая промышленная революция, движущей силой которой являлась текстильная промышленность. В процессе развития ключевую роль играли новые изобретения, особенно предельная машина и ткацкий станок. Новые технические средства ускорили работу в несколько раз, значительно повысив производительность труда. Также стали снижаться и цены. При помощи ткацкого станка из нитей изготавливается ткань. Ключевым моментом процесса является протяжка поперечной нити между основными нитями через раскрытый зев, что происходит при помощи челнока. Ручная протяжка – достаточно медленный процесс. До изобретения летающего челнока для этого были необходимы два человека по бокам ткацкого станка. Этот процесс ускорил летающий челнок, который был запатентован Джоном Кеем в 1733 году. С его помощью протяжку поперечной нити ткацкий рабочий выполнял одним движением, что означало экономию времени и рабочей силы. Ткацкий станок с летающим челноком был настолько эффективным, что вызвал нехватку нитей, то есть ниточный голод. Поэтому появилась необходимость ускорить процесс прядения. Это стало возможным благодаря изобретению механической прялки Дженни Джеймсом Харгривсом в 1764 году. Предельная машина делает нити, пригодные для ткачества, скручивая их из сырцовых нитей. Рабочий обратным движением ниточного натяжителя подает нить сырец, потом движением колеса скручивает ее. После этого толканием вперед натяжителя нитей он наматывает на веретено готовую нить. Затем снова, двигая назад натяжитель ниток, подает новую порцию нитей сырца. Новые изобретения на некоторых территориях привели к увеличению безработицы. Ведь машинное производство намного эффективнее, а потребность в рабочей силе меньше, чем при ручном труде. Все это привело к порче машин и волнениям. В то же время в других отраслях намного выросла потребность в рабочей силе. Запуск массового промышленного производства в значительной мере понизил цены. Это гарантировало дешевые товары для масс населения. Таким образом, жизненный уровень людей значительно вырос.
Друзья, вот, собственно, и все. Ссылка на Mosaic Education будет в описании. Проходите, смотрите, там очень много обучающих роликов, что как устроено. Ссылка в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.